На абордаж!坐在地上，坐在地上，都是这样坐好了。不过坐这里啊，我已经是能忍了，坐在上面可以，坐在上面，坐在这里，坐在这里，坐在这里，对吧？别把主席给往屋顶了，靠着这里，人都抬了起来，哎，坐在这里，坐在这里，坐在哎，对，好，坐在这里，坐在这里，上去，好，哎，对。 Президент, так, тогда приказал, что все работники ушли, должны ехать искать. Почему они собрались? Все, в смысле, школы, которые остаются до того времени. Он拿着文件的，个人敢偷收起来。当然都拿着文件的，去到中央，到各个地区。也就不急了。速度，国务院，不是说国家提名了。干那么面子，一对人，这行不？第一，我因为其他人都不知道做什么。
для того, чтобы искать одного учителя, который таджикский знает. И он показывал, и потом вместе соединил, изменил. Развивать и сохранять таджикский. Из того состояния, что неподвижно, подвижно, тогда будет очень хорошо. У него есть очень много учеников, которые до сих пор не могут уже тренироваться или даже умерли, потому что не крепко держать такой принцип. 生理之气都看得见的外部和意义起心 это в смысле сознания. И потом чи это внутренняя сила. И потом син это значит вид внешнему. Три нужно понять хорошо. И чада син. По последнему, то есть вид только. Это син. Но внутренняя сила и в смысле сознание никак не могут видеть. Обычно учитель, который в смысле, не хочет передать так сознание, знание и внутренняя сила мало или вообще не дает. Теория тоже нужна. И потом основные правильные движения. Нужно сначала. Вот эти элементы он даже своему ученику не показывал. И сегодня радовался и показывал. Невозможно. А он обещал, что вместе со мной в Москве.
Thank you.
Аллилуйя.